Здравствуйте, дорогие наши подписчики и случайные зрители нашего канала. Кирилловка, Азовское море. Хочу в этом видео передать вам максимальный эффект присутствия. Просто я знаю, что очень много людей, которые вы пишете, ребят, что у вас не получается в этом году попасть на море, поэтому это видео для вас. Надеюсь, вам понравится. Вот представьте, вы приехали на море, вы уже поселились, вы с дороги, и вы в обеденное время, сейчас 1:30 дня, вы пришли на пляж. По-любому вы пойдете, правильно? Искупаться и максимально насладиться сегодняшним деньком с дороги. Поэтому сейчас мы на пляж, уже с вами зашли. Найдем сейчас с вами местечко, пойдем искупаемся, ляжем на подстилочку и будем загорать. Правильно? У всех же так происходит приблизительно. Даже если вы приезжаете в обед. Несмотря на то, что солнышко в обеденное время самое вредное считается. Погода у нас сегодня вот такая вот. С одной стороны у нас облака такие белоснежные, с другой голубое море. Идем искать местечко поближе к водичке. Взяли с собой подстилочку, правильно? И идем с вами. Я буду поворачивать камеру. Куда я смотрю, туда и вы будете смотреть. Так как я на пляже одна, я иду посмотреть, где, точнее, ищу место, где есть хотя бы люди, чтобы мои вещи, оставшиеся без присмотра, не ушли куда-нибудь гулять, пока я буду с вами купаться. Ну, я думаю, здесь нормально. Или чуть-чуть еще можно пройти, хотя нормально и здесь. Постелим подстилочку и пойдем купаться. И вот она, первое соприкосновение. Ой, знаете, какая прекрасная вода сегодня. Она теплая, теплая, прозрачная. Молодцы детей. Буду молчать. Все, теперь наслаждайтесь купанием. И, конечно же, не забывайте присматривать за вашими вещами. Давай.
Так, ну я думаю, что в этот момент у многих после дороги, я так приблизительно вижу, как это происходит. Люди идут вот в такие вот лоточки, которые находятся на пляже, берут себе бутылочку холодного пива, ложатся на подстилочку и попивают пивко, начинают принимать солнечные ванны, что мы сейчас с вами сделаем, только без пива. Ну что, ребят, попыталась максимально вам передать эффект присутствия. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите, не обгорайте в первые дни. Пользуйтесь солнцезащитными кремами. В обед лучше не сгорайте, не болейте. Будьте все здоровы. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Не забываем ставить лайки, если вам нравятся такие видео. Все, всем пока.